знаете, сегодня у нас уникальный день. Мы празднуем двухлетнее сотрудничество не только с технологией будущего, но и с прибором, который стал сегодня народным и любимым. Самый продаваемый продукт на телеканале Шопеншоу – это нанопрост, который помог уже более чем 3000 женщинам в России. Мы отмечаем двухлетие медицинского прибора нанопрост в эфире телеканала Шопеншоу и благодарим вас за ваш выбор. И по случаю праздника каждому, кто приобретает прибор сегодня, мы дарим набор Алгаз Гель Нефро, 3 банки сразу, который отдельно стоит 6000 рублей. Все это для поддержания вашей мочеполовой системы. Поэтому звоните и заказывайте сегодня. Лучшая цена плюс подарок. И это главное, потому что, знаете, с возрастом все-таки наш организм женский претерпевает изменения. И проблема недержания мочи – это деликатная проблема, о которой сегодня молчит каждая женщина. Но об этой проблеме стыдно молчать, стыдно не говорить. Ведь статистика говорит о том, что у каждой третьей женщины в России недержание мочи, и затем каждые 5 лет прибавляются по 10% женщин с данной проблемой. А тем, у кого уже 50-70 лет, эту проблему практически, ну вот, сразу видно на лицо. Ее видно, когда женщина идет, поднимает тяжелую сумку, когда мы немножко чихнем. А ведь это все застойное явление, которое в итоге приводит и к артритам, и к артрозам, и к страшным неизлечимым заболеваниям. Позаботьтесь о своем женском здоровье прямо сейчас с нашим физиотерапевтическим, медицинским прибором нового поколения «Нанопрост», который специально сделан для тех, у кого недержание мочи, частое или болезненное мочеиспускание, у кого хронический уэроцистит, гиперактивный мочевой пузырь, тазовые боли или сниженная либидо. Это эффективное лечение или профилактика недержания мочи от российских ученых, аналогов в мире, которых не существует. Здесь у нас идет 2 мощных физиотерапевтических лечения. Если у вас уже есть факторы риска, например, такие как генетическая предрасположенность, сахарный диабет, заболевание, при котором происходят сосудистые изменения во всех органах, включая и мочеполовую систему, инсульты, инфаркты, гормональный сбой, возраст старше 40 лет, или, например, у вас послеродовые травмы половых органов, все это прямые показания к прибору нанопрост. 2 самых мощнейших физиотерапевтических воздействия – это вибромассаж, это пульсирующее магнитное поле, которое позволяет добиться заметного эффекта в борьбе с недержанием мочи, циститом, геморроем и воспалительными процессами. Всего за 15 минут в день, уже через 10 процедур, вы заметите результат. Вы избавляетесь от женских проблем без операций, без вредных лекарств. Мы сейчас видим на экране, смотрите, то самое переменное магнитное поле. Мы проводим специальные сейчас вот опыт, эксперимент, где взяли специальную магнитную стружку, которая сразу начинает воздействовать, как только включается прибор. А это говорит о том, что действует магнитное поле, подтягивая все ваши мышцы тазового дна. И самое главное, что этот прибор компактный, комплексная забота о женском здоровье. Выглядит как виброподушка, но при этом вы просто на ней сидите и получаете 14000 сокращений за процедуру. Ничего никуда вставлять не нужно. Вы просто садитесь и отдыхаете. Вам не нужно никуда ехать, не нужно отрываться от привычных дел. Это физиокабинет нового поколения. У вас дома никаких женских проблем. Нанопрост может решить главную проблему для вас и для ваших мужчин. Но только сегодня, перед Новым годом, в честь двухлетия сотрудничества с Нанопрост, мы дарим вам комплекс Нефро. Это уникальный комплекс алгазгеля, который работает на выздоровление и восстановление всей нашей мочеполовой системы. Поэтому звоните прямо сейчас. Пожизненная гарантия, медицинский прибор, подарок при заказе и бесплатная доставка. Внимание на экран. Сегодня мы говорим о проблеме, о которой мы всегда замалчиваем. Послушайте статистику. Все внимание на экран. Дискомфорт, постоянный стресс и жгучее чувство стыда. Так живут почти 40% женщин старше 30 лет. Все дело в недержании мочи. В основном от такой деликатной проблемы страдают женщины от 20 до 80 лет. Но чаще всего недержание возникает у дам от 45 до 60. Почему это происходит? У молодых женщин мышцы тазового дна часто перерастянуты и ослаблены после родов. Но ближе к 50 меняется еще и гормональный фон. Уменьшается количество эстрогенов, мышцы теряют силу и эластичность. Моча снова подтекает, а женщина нуждается в дополнительных средствах гигиены.
Исследователи утверждают, чаще других недержание возникает у женщин с генетической предрасположенностью, избыточным весом, при неврологических проблемах и на фоне сахарного диабета. По статистике, в развитых странах к специалисту по поводу недержания обращаются 30% женщин, а в России таких лишь 10%. Многие считают, что утечка мочи – это неизбежная часть старения. Они добровольно мирятся с раздражающими симптомами, меняют образ жизни и замыкаются в себе, впадая в депрессию. Вы получаете сегодня уникальную возможность забыть об этих проблемах. Недержание мочи, особенно сейчас, зимой, когда мы надеваем много одежды, это и колготки, это наши ретузики, брючки, и когда мы бежим по улице или стараемся, например, сбалансировать на скользкой поверхности, у нас происходит непроизвольное подтекание мочи, а это мокрые штаны, это мокрые брюки, они леденеют, замерзают, и мы еще больше воспаляем нашу всю мочеполовую систему. Только сегодня при заказе медицинского прибора на опрос с пожизненной гарантией вы получаете еще и целый набор на 3 месяца, 3 банки уникального алгазгеля Нефра совершенно бесплатно. Поэтому звоните и заказывайте. Это комплексный подход и изнутри, и снаружи. Сегодня в честь 2-летия вот этот подарок для вас с каждым заказом прибора «Нанопрос». А я хочу обратиться к одному из разработчиков прибора «Нанопрос». Это Александр Эдигер, который также участвовал в разработке, который участвовал в рекомендациях и назначает в лечениях именно «Нанопрос». Как и кому он нужен? Все внимание на экран. Хронические заболевания органов малого таза, в первую очередь органов пищеварения, такие как хронические запоры, как хронический неспецифический колит спастический, такие как врожденная, генетически обусловленная слабость ректальных вен, которая чаще всего проявляется геморроем. «Нанопрост», причем это было во время даже первых наших проб работы с ним, значимо снижает артериальное давление. «Нанопрост» вызывает ощущение бодрости. «Нанопрост» вызывает ощущение, странное ощущение, как будто вы оказались в лесу и несколько часов провели на дыхании кислородом, лесным воздухом. С чем это связано? «Нанопрост» занимается тем, что нормализует состояние нейронов и питательных клеток, глиальных клеток центральной, периферической и автономной нервной системы. Вот видите, сегодня на все влияет «Нанопрост», и все это медицинский прибор, аналогов в мире, которым нет. Мы знаем, что даже за рубежом сейчас «Нанопрост» пользуется огромной популярностью, потому что ни одна женщина не хочет ложиться под нож хирурга. Именно здесь, когда вы будете лечиться и принимать процедуры на «Нанопросте», вы избавитесь от тех проблем, которые с возрастом появляются. Это атрофация всех мышц органов малого таза, и, конечно, это подтяжка естественным путем. И только в честь 2-летия вы получаете еще и подарок – это целый курс алгазгель Нефра, который будет воздействовать изнутри на восстановление мочеполовой системы. Будьте здоровы перед Новым годом, забирайте свои подарки и оставайтесь на телеканале «Шопинг-шоу».